Так, всем привет, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». Сегодня мы будем менять тормозные колодки на, короче, сзади, на десятке. Так, для начала, что, естественно, сняли колесо. Если вы не умеете снимать колесо, то вам явно, наверное, не сюда. Так, дальше откручиваем вот эти вот маленькие болтики. У меня они на 7. Смотрите, каждый раз, когда вы их закручиваете, используйте графитовую смазку. Она не позволяет им, короче, прикипать намертво. И вы их всегда сможете открутить. Переставляем их вот сюда. В другие болтики, в другие дырочки. И начинаем их потихоньку подтягивать. То есть раз маленько натянули, второе маленько натянули. Хрена там везде нет. Ну, все, значит, если нет резьбы, значит, будем выбивать по старинке. Немножко натянули. Хрен там, и на этом нет. Но лучше, конечно, использовать брусок и с той стороны пару раз нормально так ёбнуть по ней. Примерно вот так. Тоже сюда используйте графитовую смазку, когда снова будете собирать. И все будет чики-пуки. Чикс энд пупс. Так. Ну что, дальше начнем разбирать. Нам нужны пассатижи, отвертка. И в принципе и все. Отстегиваем маленькие пружинки, которые держат колодки. Снимаем нижнюю пружину. Давай, влазь. И все, снимаем все. Все снимается довольно-таки легко. Дальше берем, снимаем с этих колодок, со старых, вот этот полумесяц, вот этот, он у нас на ручной, для ручного тормоза. Снимаем, то есть, его. И вот этот нам нужен обязательно. Все остальное нам не нужно из старого. То есть у нас должно быть это, вот это, маленькая пружинка и большая пружинка. Вот такая. Берем солярку, ну или бензин, и все это дело отмываем.
Так, ну все, берем, собираем. Сначала ставим вот эту вот, которая с месяцем, которая с ручником. Втыкаем в ручник. Берем вот такую же пружинку, вот она, с этой стороны, и подцепляем за серединку колодки. Все, подцепили. Колодка уже сама по себе отсюда не выпадывает. Дальше берем вторую колодку, надеваем вот эту пружинку на первую. Вот смотрите, вот за эту надевается пружинка. Вот сюда вот. Точно так же с той стороны. Надели, надеваем вторую колодку, потом натягиваем ее. Хоп, все, она на месте. Берем пассатижи и натягиваем вот эту маленькую пружинку. На свое место. Все, у нас в принципе почти все готово. Дальше берем вот эту вот пластину. С одной стороны много прорезано, с этой стороны ручник, с этой стороны мало, это обратная сторона. Вставляем сначала длинную сторону, потом немножко отгибаем и вставляем короткую сторону. Все. Теперь осталась последняя. Это пружина. Вот эта толстая пружина. Она у нас цепляется. Если вот смотреть на старых, она вот за вот этот вот паз цепляется. То есть она вот так вот чик и цепляется. Тут много вариантов, как ее натянуть. Кто-то натягивает отверткой, кто-то натягивает пассатижами. То есть взяли пассатижи, раз, опа, все, и она на месте. Ну, в принципе, вот и все. Колодки у нас уже на месте. Дальше одеваем барабан. Так как этот мы сдавили, сам поршень, то есть у нас барабан должен надеться легко. Так, дальше берем один из болтов и ловим эту дырку. Так, дырку поймали. Поймаем вторую. Тут наверняка. И легкими ударами заколотим на место. Все. Берем наши направляющие и вкручиваем на место. По крайней мере, у меня направляющая на 7. Ну, бывают они, скорее всего, и других размеров. Все, в принципе, все полностью готово у нас. Вот эта сторона. Точно так же делаем с той стороны.